Всем привет! С вами Brain First, и мы продолжаем играть в Sleeping Dogs. В прошлый раз мы выполняли побочные квестики. Было не так интересно, не так весело, но вот сегодня начнется настоящий экшен, потому что мы наконец-то звоним Джеки. Bring a car, okay? Mine's in the shop. Окей. Что-то там начинается. Джеки, по-моему, вообще под какими-то легкими наркотиками, по-моему, говорил. Он таким расслабленным голосом. Так, ну ладно, возьмем нашу любимую тачку, любимую машину, которая так подходит к нашему костюму. И выезжаем. Интересно, что он для нас приготовил? Я бы не сказал, что его голос был прям таким тревожным. Просто что-то интересное в любом случае он готовит для нас. Пришлось немножко нарушить правила дорожного сраного движения. Но всем насрать, потому что в Китае они неправильные, тут левостороннее движение. Так что я, по сути, ничего не нарушаю. Я ведь по левому, по реблику шел. О! Эй, Джеки, let's head to Kennedy Town. I'll explain on the way. Немножко потроллим Джеки. Пусть немножко побегает. Мы его так протащим до точки приезда. Ладно, все, пожалеем. Упс. Sure you want to do this? Maybe you should take a few days off. You don't look so good. I haven't been sleeping too well. That's just that thing. Yeah? Every time I close my eyes, I see that guy. Damn. Not that he didn't deserve it, I guess. It's just... Man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. I've never had that before. That's why I want this job. Low key. Good payday. Man, I'm starting to think that... Nothing. How's Jume? She's good. She's good. I haven't talked to her in a while. Come on, Jackie. She was your dream girl. Yeah, I know. But maybe when we're done this job, I'll give her one of the pieces. That's great, Jackie. You know, she'll love it. Так, ну что, мы на месте. Just wait till it gets darker. Here, put this on. Оу, какая-то миссия с ограблением, yeah. Или... О! Hey, wait, do you ever think about what you want to do after this? After what? All this, I mean, you're not exactly cut out for anything. Nah! I guess not. You always have options here. You think so? I don't know, Wei. I don't... The jewels are in the van over there by the container. Да где? It's locked. No problem, there are heavy-duty tools in the shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there when you have something to cut the lock, okay? Так, нужно притащить отмычку. Пробуйте заболтать охранника. Окей. Та-та-та-та-та. 18K, who the hell are you? Okay. Excuse me. Это все? Нужно сказать, что ты из 18К, и можно проходить смело? И почему Вэй бежит? Я не зажим... Боже, я не зажимаю пробела. Он несется как угорелый. Что, конечно же, вызывает подозрение. А, вот, все, перестал бежать. Тан-таран-та-тан. Какой веселый день, светит солнышко. Identify yourself. Maintenance. Some kind of gas leak over here. Don't worry though. Most likely not lethal. Okay. Excuse me. Low. Okay. Ладно, мы на месте.
Hey, who are you? Hey, keep your voice down. I'm sneaking into that warehouse up there, and you're making way too much noise. If you don't shut the hell up, I'll have to slit your fucking throat. What? Oh, sorry. You won't hear me again. А почему? О, надо взломать замок. Мы взламывали замок? Я вот не помню. Так. Да, по-моему, взламывали, но очень давно это было. Так, ну все, дверь открыта. Так, и тут у нас есть что? Вау, болгарка. Бежим обратно к Джеки, посмотрим, что он скажет нам. На это. Такой неплохой трамплинчик здесь. Нифига. О, боже. Okay, this thing should cut through anything. Is anyone around? Yeah, man, a couple 18K guys. They're not armed though. Let's go. Hey. Да им звездец, я тебе говорю. Ах. Ты сука. Вместе с Джеки порезал его. Так, ну что, посмотрим, что там в грузовиках. Shit, Jack, you sure they're here? Пусто. Еще ребята. Ах ты сучка. Ах ты гад. Вау, это было жестко. Окей. Да, опять ничего нет. А нет, есть что-то, да. Что за... Нужно их догнать. Сейчас помогу, не рыпайся. Эти ублюдки пожалеют. Блин, еще не хватало потерять их из виду. Нет, все нормально. Но грузовик гораздо медленнее, чем мотоцикл, поэтому я думаю, мы догоним очень быстро. Так, что дальше? Джеки! Джеки сам с ним разобрался. Найс. Членосос. А это не обязательно было переводить, наверное. Так. That was it for me. I wouldn't leave you, Jackie. I know. Just damn way. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I always come back for you. Hey, thanks, bro. I wouldn't be here without you, man. I know it.
I'll always appreciate it. I should be doing a better job getting you back. It's not your fault, Wei. I'm, you know, thinking about a lot of things. Rethinking that thing. Not our friendship. The bad things that have happened, they're my responsibility. I know that. Shit. It's okay, Wei. You don't gotta say anything. Friends, man. Friends. Do it. Follow me. Все. Миссия выполнена. Мы даже получили три красных треугольника. Посмотрим, что как там будет развиваться сюжет. О нет. Where are the others? It's just me, boys. Just me. Andrew, you piece of shit. Unstable guy. Вот сволочи. Мне нужно поговорить с тобой. Встретимся в кей-баре в Сохо. Окей. Далеко это? Кей-бар. Чуть не сказал гей-бар, но понимаете. А, ладно. Так. О, кстати, мне вернули мой пистолет. Ладно. Так. Не знаю, есть ли смысл ждать такси? Ну, хоть что-нибудь бы найти, не знаю. Или парковку, или такси. О, вот таксишка стоит. Но я не успею. Придется звонить мистеру Такла. Hey, it's Wei. I need a car. A car? Такла! I'll be there right away. Опять идет дождь, кстати. Видимо, осень началась в игре. О! А, вот моя машина, точно. I hope this is good enough. Окей. Окей. Так, теперь нам нужно рассчитать маршрут, но я вряд ли поеду туда. Вы посмотрите, сколько нужно переться. Примерно в километр 3. Нет, километр. Все равно, я бы хотел сейчас просто поездить по городу, поискать такси. И уже на такси добраться. А, вот такси. Довольно быстро я нашел. Нужно аккуратно не угнать ее. Так, и поедем-ка мы вот сюда вот, в кей-бар. По-моему, мы тут были. Да, там есть караоке, бла-бла-бла. Всякая такая фигня. Я был здесь в одном из эпизодов. Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Pope. Что? Shit. Так. В больницу срочно. Восемнадцатки вообще уже охренели в конце. Сколько там ехать? 400 метров. Я должен успеть. Ух. Давай.
is Uncle Paul? I don't know. Ooh. Where the fuck is Uncle Paul? He's over there. Побейте бандитов, у меня же есть сраный пистолет, нахрена мне их бить. Покажи свою рожу поганую. Мне очень здесь нравятся звуки выстрелов. О, хедшот. Вау, нифига там народу. Ой, ни хрена не вижу. Что там? Какое-то оружие. Серебряный пистолет. Интересно. Так, окей. Мы ходим сюда. Ну, кто-то мне все-таки попал в голову. Но вы, видимо, не привыкать. Ой, боже, что происходит? Silent Hill! Silent Hill! А нет! Нет, просто что-то не то. Да, перестрелки тут, конечно, очень качественные. Whoa, easy, easy. 18K shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. Okay. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Так, возьмем автомат. О, смотрю. Такое еще есть. Интересно. Так, надо взломать консоль. Ну, старым дедовским, видимо, способом, подбором цифр. Так, 0, 1, 2, 2, 3. 0 верно, двойка на другом месте. Так, 4, 5. Двойка и четверка есть, но они не на своих местах. Пробуем здесь двойку. Здесь четверку. Здесь 6. Верно. 8. 7. Что 9? 0, 4, 9, 2. Отлично. All right, all right. I'm coming back. Так. Морбо, over here. I got you covered. Где? Ага, вижу. Вау, у них дробовики. Я еще не видел дробовиков в этой игре.
Я хочу взять дробовик, погоди. Вау, найс, тут есть дробовики. Я не знал, что в этой игре есть дробовики, честно. Мы посмотрим, как они работают. Ну это охрененно круто. Макс Пейн? Не слышал. Ну кто там, кто там? Все. I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? Now, who's looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings. Even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. Да что, дядюшка-то оставили или что? И он типа выжил? Что-то как-то не объяснили. Надеюсь, что он выжил. Наверное, мы просто избавились от всех ребят из 18K. There's a lot of them. I'm beginning to dislike them. Какая хорошая машина. You showed up, Wei. I appreciate you calling me. So what's next? It's up to Uncle Po. But I'm guessing war. Yeah. Oh, guess who? Those guys were 18K. I'm starting to wonder. A lot of people. Ah, fuck! He might walk out of there alive. I hope so. But Dog Eyes is gone. This shit keeps happening. Might be that. Someone is pulling strings, trying for a move that lands him in control of the triad. I'll drop you here. Cops might be watching the place. Hey, Ricky, keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. All right. See you. Bye. Ну что? Получилось очень даже неплохо, и мы продолжим проходить в Sleeping Dogs в следующих эпизодах. Спасибо всем за внимание, с вами был Brain First, удачи и пока!